Всех приветствую, продолжаем маленькие прогулки по улицам Петербурга, Васильевскому. Здесь я живу. Доходный дом купца Львова, 10-я линия, дом 39, архитектора Крюгер. Год постройки 1876-1877, стиль эклектика. Я пользуюсь данными сайта City Walls. Доходный дом купца Львова, эклектика, неороманский стиль. 1876-1877, архитектор Крюгер Эдуард Федорович. Четырехэтажный доходный дом построен в 1876-1877 году архитектором Крюгером для купца Львова. В 1891 хозяин стал художник Куинджи. В 1889-1892 годах верхний этаж был арендован под общежитие высших женских бестужевских курсов. Здесь Надежда Крупская снимала квартиру. Входит в список зданий памятников и мест, связанных с жизнью и деятельностью Владимира Ильича Ленина. В этом доме в общежитии бестужевских женских курсов неоднократно бывал Ленин у своей сестры Ульяновой в марте-апреле 1891 года. Итак, в этом доме жили 1893-1899 художник Брюлов, 1894-1895 художник Мясоедов, 1895-1911 скульптор Позан. Востоковед Щербацкий жил в 1900-1901 годах и 1931-1935 годах скульптор Ясиновский. Надо сказать, что на высших женских бестужевских курсах преподавали Бестужев, Рюмин, Менделеев, Бутлеров, Сеченов. Вот так вкратце о доме номер 39 по 10-й линии Васильевского острова. Данные сайта City Walls. Пока-пока, до свидания.